Всем привет! У нас сегодня вот такой приборчик от Сбердевайсов. Пришел в Сбербанк. Пришло смс, что приходите, получайте. Какая-то, ну, Сберлогистика. О, нифига себе. Рубанул. Ну, то есть я, естественно, знаю, что это такое. Это ой, какого. Это у нас измеритель артериального давления Bluetooth. Ой. А дело в том, что 6 лет назад, мы вот, видео у меня есть на канале, мы измеряли давление с помощью вот этого прибора и с помощью программы Samsung Здоровье. Это, кстати, было 22 февраля. Ну или 22 там, февраля выложено видео было. И вот через 6 лет до Сбердевайсов дошел вот такой прибор. Ну, прям замотали как надо. Молодцы, ребята. Обошелся он нам что-то 1890. У нас промокод был. Ну и вот такие сладкие покупки. Мы иногда делимся ими в нашем телеграм-канале. Телеграм-канал можно найти, набрав «Умный дом своими руками». Запутали как надо. А, смотрите, Сергей Бурунов озвучивает. Прикольно. Ну ничего так. Ну, кстати, дешманская, конечно, упаковка. Ну ладно, это первый их прибор, посмотрим. Сервис умный мониторинг 24/7. Подарок промокод на 3 месяца в инструкции. Прибор для измерения артериального давления. Тонометр автоматический. Сберздоровье. Ладно. Открываем. Тут, конечно. Ну, я говорю, все такое дешманское. Тут на Сбер не похоже. ОМД, вот, о, АМД. Вот такой мешочек был. Так, манжета универсальная, 22-42 сантиметра. Отверстия разные. Минимум не подойдут друг к другу. Ну вот, кстати, прикольно. Type-C. Это уже лучше. Батареечки. Так, ребята, я не понял, у вас от сети вообще нет подключения? А, вот. А, то есть свой Type-C нужно иметь. USB-A. Ладно, хорошо. Тогда давайте подключим все это дело и посмотрим, что будет дальше. Экранчик, конечно, побольше. Ну ладно. Ну извините, столько лет прошло. Этот, наверное, точно уже лет 10 назад был выпущен.
Да, кстати, некоторые считают, что давление меряют только больные люди. Ха-ха, вы не правы. А давление меряют те, кто следит за своим здоровьем. А больные люди уже не мерят давление. Им уже поздно его мерить. Они просто лечатся. Ладно, давайте включим, посмотрим, как это будет. We'll be right back.